Пятиклассник Сережа Герасименко теперь может и крутиться, и в повороты резко входить. Лига женщин подарила ему новую инвалидную коляску. Семье такая не по карману. Это современная модель улучшенной модификации, маневренная, выполнена из нержавеющего титанового сплава. И радостная улыбка ребенка – лучшая награда. Лучше двигается, лучше разворачивается, и она очень быстрая, поэтому… Положительные эмоции – это тоже лечение, уверены в Лиге женщин. Тем более впереди Масленица, а многим ребятам еще не один день придется провести в больничной палате. Они сегодня получат подарки, массу удовольствия, посмотрят спектакль, который шикарный делает Рома. И у них уже начнется совсем другой этап выздоровления. Они на хорошей ноте продолжат свое лечение и, может быть, быстрее выйдут домой. Каждый ребенок получил сладкий подарок в плюшевых упаковках-сердечках. После все вместе посмотрели кукольный спектакль театра «Саквояж».